Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Викинг Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Так, мы приехали в Голем, пляжный регион, отель «Монако», 4 звезды. Видим, в принципе, что он небольшой. Наверное, ресепшн и 4 этажа здесь. Здесь очень хороший паркинг. Беседка на улице. И он первая пляжная береговая линия. Сам чуть увеличу. Потом позже-то прогуляюсь. Очень здорово. Покажу вам ресепшн. Расписание завтраков. Про Wi-Fi. Кстати, хороший очень Wi-Fi в Албании. Очень качественный. Ну, холл вообще, в принципе, небольшой, но колоритный, красивый. Ребят, заходим в номер Family в отеле «Монако». Сейчас я вам покажу шкаф. Шкаф, одеяло. Диванная зона. Огромнейшая кровать. Кстати, здесь все номера в своем каком-то индивидуальном стиле. Так, здесь нету видовой номер, но, однако, вид на деревья очень так. Ну, снизу тут чуть-чуть некрасиво, но можно смотреть вдаль. Так, значит, здесь кресло. Есть холодильник. Расценки. Так, зона гостиной. И сейчас покажу вам просто крутейшую ванну. Просто обалденная. Полотенцесушитель гигантского размера. Очень красивое окно. И что немаловажно, здесь просто обалденный душ. Здесь это все дело закрыто. Не будет ничего протекать. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!